Здравствуйте, уважаемые зрители Мир ТВ. Сегодня мы находимся в гостях в населенном пункте Октябрьское. Село Октябрьское. Да. Село Октябрьское, в селе Октябрьском, бывшем Калмыке, ну, если да, ошибаюсь. Да, да. Вот. И очень симпатичного человека Вячеслава Ивановича Житких, председателя. Уже глава администрации. Главы администрации. Да. Я уж по-старому, извините. Ну да, раньше было так. Вячеслав Иванович, вы здесь и родились, и выросли? Да, родился здесь, и вырос, и по сей день здесь, дай бог, живу. Сегодня мы так вас поздравляем, как-то неожиданно заехали. У вас день, так сказать, села, да. Давно установлен-то он? Вот, вообще сегодня юбилейная дата. Нашему селу исполнилось сегодня 280 лет. Вот, поэтому и еще один праздник, это престольный праздник. Вот, поэтому мероприятие такое сегодня мы проведем и с праздничным концертом, вот, и шашлычки, и торговля. Так что, надеюсь, праздник пройдет удачно. Вот, ну, к сожалению, времена сейчас не очень, прямо скажем, легкие. Раньше-то здесь 13 тысяч жило, еще в середине 20 века. Даже цифра немножко побольше. 16 тысяч, вот, как старожилы рассказывают, то, что население было 16 тысяч. Да, на сегодня, когда прошла всероссийская перепись населения, вот, на сегодня проживает 1324 человека. Сложно. Ну, наверное, сложно, прежде всего, вот, обстоятельства, рабочие места. Вот. В основном село занималось растениеводством и животноводством. Но, увы, это сегодня, ну, как по всей стране, вот так будем говорить, по всей России. Вот. Ну, надеемся. Сегодня это все восстанавливается потихоньку. Ну, да. Вот мы ехали, вот мы сейчас в экспедиции, так сказать, ехали, срезанные вот эти линии электропередач, которые раньше шли, не знаю, к МТС, к тем самым, к, собственно говоря, видимо, станциям механизации, к фермам шло. Сейчас просто изоляторы в поле валяются. Ну, да, да, да. Вот, вот я вам повторяюсь, вот здесь два хозяйства было крупных. Знамя Октября, вот, на сегодня на акционерное общество, и ЗАО «Сосновская». Вот. Ну, буду говорить, в советское время вот в Сосновском работало 500 человек, вот, извиняюсь, 250, и в Знаме 250. Вот 500 человек занятость населения была. 500 рабочих мест. Да, 500, только хозяйство. Плюс, буду говорить, стационар, больница была, вот, это вот рабочие места, естественно, были увеличены. Два садика было, на сегодня он один. Вот. Дом быта был, вот. На сегодня он вообще отсутствует. Так что вот. Ну понятно, что сравнение, к сожалению, не, да, не в пользу пока нынешней жизни. Ну, а да, тогда, в те годы, собственно говоря, великого и могучего, сами-то хозяйства крепкими были. Да, будем говорить, миллионеры были. Даже вот. Даже чернозем. Совхоз был миллионер, да, совхоз был миллионер. Ну, а вот сейчас, вот вы говорите, 1300... 24 человека, да, да. И 70% это, в общем, уже пенсионеры. Получается, вот эта цифра, да, 70% пенсионеров у нас. 150 человек детей у нас. Вот, школа вот у нас здесь. На следующий год вот планируется генеральный ремонт. Уже все бумаги подписаны нашим губернатором Алексеем Васильевичем. Поэтому вот тоже какие-то плюсики вот для нашего села. Вот вы говорите, что идет восстановление. Ну, хоть, так сказать, вот, вот когда началось восстановление? В общем, восстановление началось, ну, вот, благодаря вот губернатору нашему сегодняшнему. Ну, вот это почувствовал, сегодняшнему. Ну, он же бывший министр сельского, да, хозяйства, да, да, Гордеев, да, Наголев. Да, да, да. Потому что мы же в основном вот сельское хозяйство, вот растениеводство и животноводство. Вот все. И пока люди не отучились, с какой стороны зайти под корову, подоить, вот надо спешить вот это все восстанавливать. Вот. Вячеслав Иванович, а каково быть вообще главой администрации сейчас? Ну, в общем... на сегодня очень сложно, потому что подсократили дотацию. Вот озвучка такая, то, что дать 70% населения пенсионеров. Вот. Льготные, как бы, вот такие к ним подходы. Вот, то есть собираем с налога
слабовато. Ну, пытаемся на сегодня вот немножко восстановить это. Вы сказали, дотации срезали, дотации были на что, Вячеслав Иванович? Дотация как бы государственная поддержка вот, на существование. А раньше оно шло просто как на поддержку территории? Да, да, да. Ну, а большие ли были дотации? В общем, срезали на 750 тысяч. Ну, учитывая, для нашего села это большие деньги. Это огромные деньги. Это большие деньги. Если учитывая из того, что мой внутренний бюджет 864 тысячи. Ну вот, вот представляете. И крутись на эти 864 тысячи. Это плюс то. Это дороги, это все, больница, это школа 864 тысячи. Нет, ну школа, больница, это другое финансирование. Это другое финансирование, будем говорить. А у нас помимо этого и пожарное депо есть, и вот дом культуры, и сама администрация, и внутренний вот порядок села. Вот хотелось бы вот, лучше все это видеть. И давно срезали такую дотацию? Это получается позапрошлый год это все. А как объяснили, Вячеслав Иванович? Ну, 131 закон, самофинансирование. То есть сами должны. Вы должны сами. Да, сами должны. Имея 70% пенсионеров, вы крутите сами. Да, да, да. Сложно. 864 это просто вот расходная часть бюджета, да? Да. Вот. А сколько же у вас собственное получается? У вас, на вас-то какие налоги-то остаются вот пополнение? В общем, 550, но дотационные у нас еще плюс к этим, да. Как бы для выравнивания. А так вам достается вот 864 тысячи? Это внутренний, который мы соберем, который мы должны собрать. Это что, налог вот. Это подоходный налог? В общем, получается, и земля. В общем, мы, у нас налог вот, в основном с земли. Земли плюс вот предпринимательские вот, деятельности, здесь крестьянско-фермерские вот, хозяйства, которые вот, вот с этого мы должны собрать вот эти налоги. Ну вот куда надо деньги-то вкладывать вот, в стране? Мы бы хотели. Не в Олимпиаду. Мы бы хотели видеть наше село, потому как вот нашим селом вот, гордиться есть чем. У нас здесь в свое время жил человек, да, это Шатилов Василий Митрофанович, это герой Советского Союза. Во время войны был командующим 1-го Белорусского фронта. Его бойцы, Егора Кантария, водрузили знамя Победы. Красная на Рейхстаг. Да, да, да. Вот есть чем нам, так вот будем говорить, гордиться. Вячеслав Иванович, а если вкладывать людей-то сюда, теоретически хотя бы вернуть-то можно? Все занято, в общем, рабочие места, все зависит от рабочих мест, потому что вот на сегодня молодежь старается уехать, ну, в крупные такие города, вот начиная с соседней Борисолевск и далее Воронеж, Москва, где заработки, вот, где платят. Ну, понятно, а если же здесь просто элементарно наладить, я не знаю, вот инвестиции сюда, если элементарно поддержать территорию, вот, если элементарно поддержать территорию, то здесь рабочие места будет легче создавать, те же хозяйства сельские начнут подниматься. Совершенно верно. О чем мы и говорим. То, что в основном нужно нам поднимать здесь растениеводство. Всегда, испокон веков, здесь было сильно развито растениеводство. То есть это зерновые? Зерновые и животноводство. Ну вот мы ехали, видели здесь овцы, уже даже верблюды ходят. Да, это есть у нас крестьянские такие фермерские хозяйства, вот, которые вот держат вот этих вот животных. Да, хотелось бы, конечно, чтобы в Москве поняли, что будущее, на самом деле, страна-то состоит из таких вот сел, на самом деле, это есть, откуда выходят герои Советского Союза, да, может, дай бог, выйдут герои и герои России уже. Да, вот да. Такие вот как, люди, как Вячеслав Иванович, кстати, рука Вячеслава Ивановича, могу поделиться, очень крепкая, да. От природы, наверное. Очень-очень. Спасибо. И вот если здесь поставить те самые биоэкополисы, а мне в свое время пришлось Медведеву письмо писать, он даже ответил. Вот здесь бы, если поставить это самое место на черноземах, и на всем смертям назло здесь поднять современное растениеводство и животноводство. Да. А сейчас хозяйства, кстати, которые с тех времен остались, сейчас их состояние, к сожалению, видимо... Очень слабое.
слабые, да, они акционировались. И все равно, будем говорить, за счет вот, Москвы, вот содержит Кордовецкий мукомольный завод, вот «Знамя Октября», и также Сосновская, вот они их финансируют и поддерживают. То есть из Москвы идет и там дотация? Да, это все вот получается вот так. Вячеслав Иванович, а если вот с 85-м годом сравнивать, как за базу взять за точку отсчета, сколько здесь жило народу? В 85-м году здесь 2500 населения проживало. Вот. То есть вдвое больше, да, чем просто, примерно да, вдвое? Да, ну получается почти вдвое, да. Вот. Ну все опять говорю от того, что были рабочие места. Вот. Хозяйства настолько были сильными, что ежегодно хозспособом сдавали 5 квартир. Вот. По 5 квартир это «Знамя Октября» и «Сосновская» в год. Вот. То есть вселяли молодых специалистов, которые трудились и работали на благо. И ведь благосостояние-то ведь реально росло, вспоминать те годы. Да. В общем, получается, в те годы была построена школа, дом культуры. Вот, я уж так буду озвучить. Детский сад был построен в то время. Вот. Опять же, я говорю, больница вот у нас вот была стационарная, которая служила. А не амбулаторная? Нет. Амбулаторная, само собой, было здание. Вот. А сейчас это амбулаторная? На сегодня, да. Только вот осталось вот дневной стационар. И уровень жизни был, в общем, уже на уровне городского. Люди машины покупали. Люди, будем говорить, и машины приобретали. Дороги строились, асфальтированные по селу. Вот. То есть в любое время, независимо от погоды, можно было поехать в любое место. Действительно, реально шло. Долги тогда село, государство реально уже возвращало А из промышленности, вот из местной, что-то работало? Что работало и что сейчас не работает? Что вот это? Нет, я повторяюсь, то, что отрасневодство и животноводство. Весь вот оплот был на этом поставлен. Если вспоминать с 85-м годом, животноводство у вас здесь, что крупный рогатый скот? Да, был КРС. Будем говорить, это на базе «Знамя Октября». А СТФ – это на базе совхоза Сосновского. А там был тоже крупный рогатый скот? СТФ – это… Ой, простите. Да. То есть это СТФ для наших зрителей – это… Ну, будем говорить, свинокомплекс. И если сравнивать, собственно говоря, поголовье тогда и сейчас? О, да вы что, вот будем говорить, тут… Вот 2010-85, да? Да, вот на сегодня… Да, вот начинает возрождаться. Вот поголовье. Поголовье составляет, вот, допустим, на сегодня вот 30 голов в Сосновский привезли. Вот. Ну, конечно, это совсем, можно сказать, ничего по соотношению то, что было. Там до 4 тысяч доходило, КРС только. И до 15 тысяч свинокомплекс был. Ну, а есть, сейчас? Как такового же, а все это отсутствует. Нет этого. То есть уничтожили как таковое? Ну да. Сплошная акционеризация произошла, и все, это было сброшено. Ну, видите, совхозы в этом причина-то не от того, что они развалили, а от того, что вот реализация, цена, конечно, себестоимость, вот это вот соотношение, да, энергоносителей и нашего продукта. Поэтому и все это пришло в упадок. Но сейчас топливо стоит, извините, литр топлива стоит столько же, сколько, не знаю. Да, очень дорого, там под 20 рублей дистоплив стоит и 20 с лишним вот бензин. Поэтому, естественно, когда… Поэтому все равно и энергоноситель, и электроисточник. Вы сказали, что вот губернатор сейчас усилия прилагает. Да, развитие очень полностью животноводства вот, на селе. То есть за счет и областного бюджета, конечно, и что-то выбивает в Москве? Да. Вот. Ну дай бог, выбивать стоит, наверное. Вот. Но мы рук не вешаем, мы верим не в это. Не складывайте руки. Нет. Мы верим, что мы будем еще лучше жить, чем прежде. Ну дай бог. Вячеслав Иванович, еще раз простите, что побеспокоили вас день. Спасибо, с праздником. С праздником вас также. Спасибо. И дай бог вам, как говорится, успехов и долгих лет. Приглашаю на наш концерт внутренний. Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители. Спасибо.